Но если ты любишь смотреть видосики на Ютубе, тогда успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и мы поиграем сегодня, ну, в очень крутую игрушку, которая называется Alien Worm, либо Пришелец-Червь. Короче, ребяточки, сейчас мы будем с вами тогда за него эволюционировать, и мы приземлились, в принципе, упав на каком-то... Ну, то есть мы были на каком-то метеорите, да, я так понимаю? Хорошо, и давайте будем, в принципе, тогда с вами что-то здесь делать. Так, что мы можем... Ребяточки, здесь сделать. Так, мы можем напугать дятла. Также мы можем, ребяточки, нажать на вот эту вот лягушечку. Но пока ничего не происходит. Я думаю, что здесь, ребят, что-то другое нужно сделать. Например, так, что же нам здесь нужно-то сделать, а? Давайте мы так вот потикаем, потикаем. О, я вижу то, что мы могли сломать с вами. Отлично, кусок полена. Ребяточки, теперь перепрыгиваем на это полено. Вау, да ладно. Сейчас нас, наверное, лягушка съест. Смотрите. Нёмки-нёмки, она нас хрумала. И чё? А мы съели её, ребята. Вот это, конечно, жесть. Блин, а что сейчас? Так, я думаю, что нам нужно как-то этого дятла напугать, ребят. А только как это сделать? А, вот смотрите, теперь дятел долбит дуб. Круто. А мы, ребятушки, что должны дальше делать? Ну, давайте, в принципе, мы можем сломить этот пень. Угу, отлично. Вижу, что, ребят, вот эту вот удочку можно, в принципе, сюда вот поставить. Вау! То есть нам нужно, наверное, поймать рыбу, да? Угу, хорошо, давайте мы, в принципе, это постараемся сделать. Так, это что за камушек? Опа, 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 рыба подплыла, ребятушки. Смотрите, она клюет. Так, давайте мы будем тянуть ее. Ну же, ну же, ну же. Так, стоп, и она уплыла. Я не понял. Ребят, нам однозначно нужно, наверное, поймать... Как-то эту рыбу. Давайте еще раз так сделаем. Так, снова она вроде бы клюет. И снова уплывает. Блин, а что же нам тогда делать? Так, думай, Алексис, думай. Давай еще раз вот сюда вот нажмем. О, теперь давайте мы понажимаем на какие-то другие предметы. Да, на червячка нужно было нажать, ребята. И что? Что дальше? Ну, что случилось? Так, ну-ну-ну-ну. А, нам нужно было просто его зафутболить в другую сцену. И мы приземлились в окно. Возле маленького, бедненького котика. Так, стоп, погодите, мы хотим с вами попасть в дом, а он нас не пускает. Вот, блин, ну хорошо, хорошо. А если мы сделаем что-то другое? Так, тут я вижу паутина какая-то, вот паучок, вот какое-то яблоко, ребята. Мы с вами переживали это яблоко. Так, теперь появились какие-то мошки. О, котик отошел, отлично. Теперь мы можем, наверное, зайти сюда вот. Так, не, ребят, к сожалению, мы не можем сюда вот открыть дверь. Блин, а может быть нам котика нужно съесть? Давайте мы, ребяточки, сами, в принципе, на котика понажимаем. Опа, котик нас заметил. Ребят, подходим к нему. Так, а только как это сделать? Опа, смотрите, подходим, и он нас отбрасывает. То есть, ребятушки, нам с вами нужно сделать что-то другое. Видите, какой-то другой выбор. Так, а что тогда? Что вообще здесь нужно сделать? Опа! Опа, мы какую-то веточку с вами нагнули, прикиньте. Так, а сейчас? Так, сейчас нам нужно... Чё вообще? Куда нажимать, ребят? Куда нажимать? Блин, я не знаю. О, стоп, смотрите, мы, короче, вылезли. Я понажимал просто на те штуки, и мы вылезли. Неужели сейчас произойдет то, о чем я думаю? Нет, ребята! Вот это, конечно, кошмар какой-то. И теперь мы, наверное, сможем с вами открыть дверь. Да, мы с легкостью, в принципе, с вами это сделали. Так, следующая сценочка. У нас здесь имеется песик. Очень злой песик. Также есть здесь женщина. А что нам нужно здесь делать, ребят? О, так, мы можем брать нож. Мы можем нажимать вот сюда, вот. Дальше мы можем, ребятушки, еще с вами поднимать блендер. Я понял, я понял. А что еще мы можем делать? А, и мы можем брать мандаринки. Круто. Так, то есть... Мы должны включить блендер. Отлично, мы включили блендер. И что сейчас? А, вот, смотрите. Так, я понял. Она тут что-то умывает. Опа, мы еще водичку здесь, ребятки, с вами, грубо говоря, разлили. Так, она упала, в принципе. Пока, по-моему, ребятушки, мы с вами в правильном направлении двигаемся. Итак, значит, что-то нужно было еще нажать. А, я понял. Эта штука, она вылазит. Все, ребят, мне кажется, что я начинаю догадываться. Еще и нож здесь у нас есть. Короче, ребят, мне жалко, если честно, эту женщину. Окей, поднимаем блендер. Берем мандаринку. Закрываем блендер, включаем, ребятушки, его. Так, стоп, нам нужно его включить. Так, теперь воду. Эту открываем, ребятушки, все. Оу,
Так, стоп! Еще не до конца, ребят! Так, окей, открываем блендер. Так, открываем блендер, берем мандаринку. Так, все, блендер включаем, открываем его, включаем воду, ребятки, включаем воду, открываем эту штуку и нож! Да, ребятушки? Щищ! Кстати, если вы хотите, чтобы я еще сыграл за этого монстра, просто напишите об этом в комментариях. А что нам нужно сделать сейчас? Ребят, нам нужно съесть ее или что? А, нет, мы с помощью нашего языка... Короче, сейчас залезем вот сюда, вот, да? Только как нам это сделать-то, а? Ребятки, как нам это все аккуратненько сделать? Так, давайте мы это откроем. Нет, не открывается. Может быть, песик нам никак в этом не помогает, ребятки? Так, а что же нам тогда... Опа! Все-таки открыли, ребятушки. Все-таки мы с вами открыли люк. Я вижу то, что здесь... Два парнишки, они спят. Угу. Рыбка еще здесь имеется, попугайчик какой-то, ну то есть птичка. Я думаю, что, ребятки, нам с вами нужно как-то сюда вот попасть. Так, открываем, значит, нашу вот эту вот щелочку. Так, и первым делом, а ну-ка, давайте на птичку. Так, мы птичку напугали. Так, мы птичку напугали, и она отлетела. Так, а что дальше? Может быть... О, щищ, ребята, мы съели рыбку и превратились, смотрите, в кого... Класс! Так, хорошо. Очень хорошо. Теперь что нам нужно сделать дальше? Теперь, ребятки, давайте мы можем как-то будем вылазить вот отсюда. Давайте вот на вещи мы с вами потыкаем. Так, нет, не получается. Что-то, значит, другое нужно здесь однозначно сделать. Опа, не. Ребят, смотрите, мы спрыгнули. А, я понял. Ребят, теперь птичка, смотрите, она жует этот корм. И мы сейчас ее скушаем. О, нямки-нямки, какая вкусная птичка. Так, и что... Сейчас, блин, да мы с вами, смотрите, в кого превратились. Вау, мы с вами стали каким-то монстром летающим. А что сейчас, ребят? Что сейчас нам нужно сделать? Так, мы нападаем, мы прям в горло ему залезли. Ёшкин кот, это что? Вот это, конечно, жесть. Вы посмотрите на глаза этого бедняги. Да ладно, мы сейчас его что, тоже скушаем? Ребят, мы его тоже скушаем. Блин, мне, если честно, даже их немножечко жаль. Ребят, серьезно? Так, только как нам спуститься-то, а? Так, мы просто спрыгнули, ребятушки. Так, мы просто спрыгнули. И что теперь? Давайте нажмем на этого парнишку. Оу! Щищ, ребята! Это было жестко. Так, мы залетели сюда. Я даже, ребят, если честно, не понял, что произошло. Да ладно. Мы что, с вами прошли всю игру? В смысле, мы прошли всю игру? Так, серьезно? Мы с вами прошли, ребятушки, всю игру. Так, replay all, то есть переиграть все, либо же больше игр. Да, друзья, вот так вот это все дело и проходится. Если вам понравилась данная игрушка, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну, в принципе, на этом все. С вами был я, Алексис. Всем удачи и пока.